В Агульский район прилетела ракета. Несколько дней назад жители села Чирак Агульского района почувствовали сильный гул. Селяне подумали, что это могут быть звуки грома. Позднее пастухи нашли в окрестностях села на склоне горы большую воронку. Как рассказал глава Агульского района, сейчас на место находки поехали глава села Чирак и местный участковый. Они привезут в райцентр найденные обломки, сделают фотографии и передадут все это в компетентные органы. Некоторые паблики в социальных сетях уже успели предположить, что это обломки от снаряда из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.